Вы не стойте слишком близко, я же львенок, а не киска. Уже совсем скоро Алтай станет опасным хищником. Ну а пока сотрудники зоопарка играют с ним, как с ребенком. Работник зоопарка Никита Березин говорит, чуть меньше недели назад стал отцом. Мужчина фактически усыновил маленького львенка Алтая. Как примерный заботливый родитель, он проводит в вольере много времени с малышом. Ведь новому обитателю необходимо внимание, рассказывает Никита. Львы в природе живут семьями, поэтому важно помочь Алтаю адаптироваться к условиям обитания. Львенок у нас важен. Маленький еще котенок, как ребенок, собственно. И мы также, как и новоиспеченные родители, начинаем все первые шаги, первые слова и первые какие-то действия тоже фиксируем. Только у нас пока альбома нет, все на телефон записываем. 18 апреля стало известно о смерти любимца самарцев – льва Цезаря. Тогда губернатор Дмитрий Азаров заверил земляков, что постарается разыскать нового льва. На просьбу оперативно откликнулся директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Он решил сделать подарок самарскому зоопарку. В распоряжении хищника настоящая двухкомнатная квартира. Такая планировка предусмотрена не случайно. И вот эта перегородка между двумя частями вольера называется шибер. И сейчас я вам покажу, как она работает. Шибер открывается, животное проходит во вторую часть, закрывается обратно, и можно спокойно, без всякого риска, убраться в вольере. В вольере есть все, что угодно львиной душе. Можно лазать по лестнице, играть с мячом или автомобильной покрышкой. Все, что попадает к хищнику в лапы, не остается без внимания. Ему интересно не только наблюдать за предметами, но и пробовать их на вкус. Вольер оборудован различными приспособлениями, которые называются обогащением среды животного. То есть они позволяют животному проявлять свои поведенческие особенности, биологические, как можно более естественно. Новый обитатель живет здесь всего неделю, но посетители уже успели его полюбить и с нетерпением ждут новую встречу. Я через год обязательно приду, но через сколько, чтобы он уже большой вырос, а то он маленький, пока еще не понимает. Я хочу еще большого со шкурой увидеть льва. То я только в 3 года видел его. Что касается рациона, то Алтай Алтаевич очень любит говядину. Также ест куриное мясо, но с меньшей охотой. Ксения Баканова, Константин Головин. События.